Warning. Contamination detected. Lockdown is in effect. Please wait until the contamination is removed. Are you listening to me, Doc? А? Простите, я немного отвлекся. Закончим завтра утром. Okay, I guess. Я плохо спал последние дни, а вы уже восьмая за сегодня. I understand. I guess you must have some reasons to be tired. Да. Surprise, surprise. Door won't work, just like the therapy. Дайте гляну. Черт. Надеюсь, хоть мой КПК в порядке. Да? Да, это доктор Токай, но... Вы же мозгоправ, верно? У вас есть минутка? Не сейчас. А я ведь пытался. Я не сразу принял решение. Но я был рад, что могу наконец хоть что-нибудь сделать. Я как будто заново родился. Док, вы что-то замолчали. Что вас тревожит? Обычно я задаю этот вопрос. Док, у вас уставший голос. Вам надо выспаться. Это еще что за хрен? Судя по речи, форменный псих. Куда она делась? Как...
черту убежище. Дико хочу искупаться в озере. Доброе утро. Напоминаем, кража имущества – серьезное преступление. Подумайте дважды, прежде чем брать не принадлежащие вам вещи. Доброе утро, убежище. Пятница, 9. Внимание! Поезд номер 1, следующий от главного холла до административного сектора, прибывает на вторую платформу. Говорят, наша жизнь в убежище станет. Черт, наверное, было здорово увидеть его лицо. Когда-нибудь мы выйдем отсюда, так ведь? Надо взбодриться. Фу ты. Привет, Альберт. Пни его, обычно помогает. Да, но явно не сегодня. Значит, нам пора в бар. Пойдем. Слушай, что с тобой? Выглядишь ты просто ужасно. Не выспался? Видать, меня наконец-то достала работа моей мечты. Поверь, я тебя понимаю. Я чувствую себя винтиком в большом механизме. Хотя, если вдуматься, то так и надо, иначе будет хаос. Но люди все равно страдают. По-моему, полковник ошибся в расчетах. Ты мозгоправ, ты и без меня это знаешь. Мы все, что осталось от человечества. Жалкая кучка социопатов. С такими только строить новый мир. А еще что нового? Переводишь стрелки на болтовню? Да, отличная у нас нынче погодка, верно? Ха, точно. Жаль, плутониевый дождик с утра сорвал все планы на барбекю. Как же меня все достало. Да, меня тоже. Если бы не Каролина. Да. Кстати, как у тебя с ней дела? Вроде нормально. Она хоть не шарахается от меня, как другие. Не бери в голову. Таков уж удел мозгоправа. Ты записываешь мысли людей и доносишь их полковнику. Вот тебя и не любит. Спасибо за ценный совет про автомат. Мне как-то сразу полегчало. Возьму на заметку для терапии. Агрессия как лекарство от стресса. Звучит неплохо. Что скажешь? Attention! Albert Tokai is to be detained immediately. For crimes against the Republic. Что за... Объясню позже. Это ошибка. Может и так, доктор Токай, но объясняться вы будете не перед паном Готлером. Не сопротивляйтесь. How do you like that medicine? That must have hurt. Подай его! Каролина, ее наверняка тоже ищут.